Эти товары удивят ваших деток и очень им понравятся. Сейчас я про них вам и расскажу. Всем привет! На AliExpress просто куча удивительных штук для детей, от которых детки просто в восторге. И сегодня я подготовил для вас 17 просто обалденных устройств для детей любых возрастов. Думаю, многим понравятся они и пригодятся. Приятного просмотра! Антимоскитная сетка для детских колясок. Такая накидка подходит для большинства колясок, на которые натягивается сверху и скрепляется снизу вшитой резинкой. Это гарантирует, что защиту не сдует ветром во время прогулки. Для изготовления сетки использован эластичный полиэфирный материал, который не пропускает воздух и свет, что позволяет малышу внутри чувствовать себя комфортно. В комплект входит сразу две штуки. Среди доступных цветов есть розовый и голубой. При необходимости такая защита легко сворачивается и убирается в карман коляски. Защитная сетка для балкона и лестниц. Маленькие дети обожают играть на балконе, который таит в себе серьезную опасность. Дело в том, что шаг между прутьями ограждения часто настолько широк, что позволяет малышу свободно пролезть за ограждение. Для защиты от несчастных случаев предназначена эта сетка, которая устанавливается по периметру балконного ограждения и не позволяет детям пролезать за пределы безопасной зоны. Сетка изготовлена из полиэфира и крепится при помощи пластиковых стяжек и веревок. Помимо балкона, ее можно устанавливать на перила лестниц и даже вокруг детских кроваток. В продаже доступны варианты длиной 2 и 3 метра. Высота их одинакова и составляет 80 см. В качестве альтернативного способа использования такая сетка подойдет в качестве ограждения для небольших домашних животных. Детская зубная щетка на палец. Детские зубы и десна слишком хрупки, чтобы чистить их с помощью взрослой щетки. Для безопасного ухода за ротовой полостью ребенка существуют специальные приспособления. Этот вариант надевается на указательный палец взрослого человека и позволяет чистить зубы максимально бережно. Маленькие ворсинки здесь изготовлены из мягкого синтетического материала, который эффективно справляется с задачей, но не наносит микротравм. Длина щетки составляет всего 5,4 см, а для ее хранения в комплекте предусмотрен прозрачный кейс. Гигантский надувной мольберт. Когда речь заходит о детском творчестве, то в ход идет буквально все, от бумаги до обоев и поверхности холодильника. Этот надувной мольберт, позволяющий рисовать даже во время пикника или дачных посиделок. Для того, чтобы надуть такой, необходимо воспользоваться любым стандартным насосом. Устойчивость конструкции обеспечивает вода, залитая в ее основание. В готовом виде высота мольберта составляет 127 см. Для красок и кистей здесь предусмотрен поддон с отверстиями. Надувной мольберт подходит для многоразового использования. Чтобы стереть его содержимое, на него достаточно полить водой из шланга. Изделие состоит из ярко окрашенных элементов, что также очень нравится детям. Автоматический заплетатель косичек. Полуигровой набор представляет собой удобное решение, которое помогает плести косички в автоматическом режиме. Для того, чтобы воспользоваться аппаратом, волосы необходимо разделить на 3 пряди, после чего зафиксировать их в держателях и нажать на кнопку запуска. Затем остается лишь провести заплетатель от корней к кончикам. Результат будет готов меньше, чем за минуту. Прибор работает с волосами практически любой длины и рекомендуется девочкам в возрасте от 5 лет. Для того, чтобы сплести косу с ленточкой, последнюю достаточно завязать узлом у основания одной из прядей. Градусник-полоска для детей. Взрослые градусники плохо подходят для измерения температуры у грудных детей, а поэтому продвинутые родители все чаще покупают современные бесконтактные устройства. Более доступной по цене альтернативой им являются термочувствительные полоски. Приспособление представляет собой продолговатый кусочек материала, на который нанесена разметка в градусах Цельсия и Фаренгейта. В зависимости от температуры тела, подсвеченным оказывается тот или иной участок ленты в диапазоне от 30 до 40 градусов. Точность измерений, осуществляемых с помощью данной полоски, составляет 0,5 градуса. Гибкий термометр легко наносится на кожу и также легко снимается с нее, являясь полностью безопасным и нетоксичным. Измерение осуществляется в течение 15 секунд. Автоматический генератор мыльных пузырей.
Процесс выдувания мыльных пузырей сам по себе является уже увлекательным занятием, но его можно полностью автоматизировать с помощью этого нехитрого приспособления. Генератор детской радости является очень простым прибором, состоящим из вентилятора, а также тройной насадки. Нагнетаемый винтом воздух проходит сквозь три ребристых окружности, вымоченные в пене, выдувая из них сразу большее количество пузырей. Производительность такого устройства составляет приблизительно 100 сфер в минуту, что заведомо выше, чем их получение привычным способом. Набор детских сосок усов. Такие усы не только веселят детей и умиляют взрослых, но еще и помогают малюткам успокоиться и расслабиться. Соски полностью сделаны из бисфенола, а своей обратной стороной воспроизводят из силикона форму соска. По размерам соски подходят младенцам от 0 до 6 месяцев, но они также абсолютно безопасны для использования более старшими детьми. Мягкий и гибкий материал помогает зубам ребенка прорезаться безболезненно. Также имеет сосковентиляционные отверстия и систему работы с двойным выпрыскиванием слюны. Клейкая лента, дорожное полотно. Эта реалистично изображающая поверхность дороги клейкая лента порадует как маленьких любителей машинок, так и взрослых коллекционеров моделей авто. Для увлекательных игр достаточно взять с собой рулончик. Лента сделана на основе бумаги и легко отрывается в нужном месте. А вместе с моделями зданий и другим декором можно создать реалистичный макет города со сложными дорожными развязками. Лента клеится на любую плоскую поверхность и легко удаляется, не оставляя следов клея. Это позволяет использовать ее как многократную или просто быстро исправлять неверные положения. Подходит для детей старше 3 лет, не содержит токсичных веществ и подлежит вторичной переработке. Мягкий плетеный бампер для детских кроваток. Даже если со всех сторон обставить детскую кроватку радионянями, это лишь отчасти сделает ее более безопасной, ведь определенную угрозу малышу представляет даже ограждение, о которое ребенок может случайно удариться или застрять там своими ручками или ножками. Для того, чтобы устранить опасность такого рода, был создан специальный мягкий бампер, который заплетен в виде большой косички и способен принимать любую форму, повторяя изгибы внутренней части кровати. Плотная оболочка здесь набита мягким материалом, обладающий великолепными амортизирующими свойствами. Несколько таких можно комбинировать друг с другом, чтобы получить нужную протяженность защитного периметра. Плюшевая черепаха-рюкзак из игры Super Mario Bros. Ваш ребенок с радостью подружится с новым другом, ведь с ним можно ходить в школу, сложив в удобный панцирь учебники, а также ходить в гости, положив в рюкзак комиксы или что-то другое. В этой плюшевой черепашке предусмотрен один карман на молнии и два регулируемых ремешка. С ярким рюкзаком на спине ваш ребенок не останется незамеченным в школе или во время прогулки на велосипеде. С таким рюкзаком можно подарить ребенку возможность почувствовать себя героем классической игры Mario Brothers. Карманная рогатка имеет необычный для рогатки вид. Выглядит она как сдутый шарик с приклеенным горлышком от бутылки, но на самом деле это очень мощная, современная и эффективная рогатка, способная поражать цели различной формы и размера со скоростью около 100 метров в секунду. Мешочек рогатки изготовлен из латекса, а внешнее кольцо из усиленного пластика. Пулей может служить что угодно, лишь бы не повреждало латекс, но лучше всего подойдут небольшие стальные пули, камешки или маленькие шарики от пейнтбола. Палочки для еды «Динозаврик» придуманы китайским дизайнером специально для детей. Чтобы детям было удобно использовать палочки для еды, сверху палочки соединяются и закрепляются фигуркой в виде головы динозавра. Каждый раз, когда ребенок щелкает палочками, динозавр T-Rex открывает и закрывает свои челюсти. Водяной пистолет, надевающийся на руку. Покупка водяного пистолета – это лучший подарок для ребенка в начале летних каникул. Во время летней жары многим хочется прохлады и свежести, поэтому многие дети предпочитают игры с водой. Этот водяной пистолет надевается на запястье, как наручные часы. Он прост и удобен в использовании. Пистолет надевается на запястье, а в руку кладется контроллер, при нажатии на который игрушка стреляет водой. Пистолет сделан из безопасного пластика, который не вредит детскому организму. Рекомендуется деткам от 4 лет. Защитная накладка на острые углы. Как только ваш ребенок начинает ползать и особенно ходить, он может легко удариться об острые углы мебели. Защитите его с помощью специальных накладок из вспененного полиуретана повышенной точности. Они легко моются, выдерживают сильные нагрузки,
Кроме того, они прекрасно впишутся в любой интерьер благодаря огромному выбору расцветок. Защитная накладка крепится на гладкую поверхность двухсторонним скотчем, который идет в комплекте. Сферическая головоломка представляет собой сферический конструктор, состоящий из 21 детали, которые складываются в четырехслойный шарик по принципу матрешки. Эта модель неоднократно удостаивалась премий на престижных дизайнерских выставках. Специалисты отмечают не только прекрасные качества исполнения продукта, но и то, как эта незамысловатая игрушка способствует развитию мелкой моторики, внимания и пространственного мышления у детей дошкольного возраста. Сборку необходимо начинать с красной сердцевинки, затем идут желтая, голубая и зеленая сферы. В результате сборки получается шарик диаметром 11 см и весом 300 грамм. Качеля-мешок для детей старше 3 лет. Эти качели напоминают небольшие гамаки, которые позволяют ребенку полностью расслабиться. Они не травмоопасны и не требуют постоянного контроля со стороны родителей. Конструкция качелей способна выдержать вес до 100 кг, и они с одинаковым успехом могут быть подвешены как к дереву на природе, так и к потолку в помещении. Вот такие товары были сегодня. Надеюсь, ролик был для вас полезным и интересным. И если это так, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ваша активность для меня очень важна. Переходите на мой второй канал EasyMaster. Там я мастерю и реставрирую разные интересные вещи. Уверен, что ролики вам понравятся и даже пригодятся в хозяйстве. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Увидимся!